Не узнаешь. Ва, Валера, дорогой, слушай. Как и с узбами? Да вот, Дели не принимает. Ну а ты как? Где ты? А меня депортировали из России, как грузина. Наверное, все уладится. Ну пока, старик. Увидимся. До свидания. Vali kukatsu, sherma duelma megu barma, gorbachon bachamo kitwala. Ulo maitse, lizgadmo mireko, su gaike. Meki gaoge mara, izini tu gaike ben. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Я слушаю, а кто говорит? Это Валико, который Мимино, помните? Помните, когда вы перестройком занимались, я голландских кур грузил. А в чем я могу помочь? А знаете, раньше мы свободно летали в Россию, а сейчас возникли проблемы. Раньше было совсем по-другому, совсем по-другому. Сейчас, как говорится, дорогой Валико, у нас совсем по-другому. А извините, может, все-таки постарайтесь помочь, а? Я постараюсь урегулировать этот вопрос, как говорится, чтобы летали, как говорится, на все четыре стороны.